Игорь, включи зажигание. Игорь, где зарплата? Все. Другого нету. Ребята, сейчас мы делаем Range Rover. Здесь 4.4. Он дизельный. Да, он звучит. Это одна из тех немногих дизельных автомобилей, тех немногих дизельных машин, которые звучат. Собственно, для того, чтобы подключить систему вакуумного управления заслонками, нам необходимо все убрать из багажника, подключить компрессор, провести, сделать две вакуумные заслонки и в конце послушать звук. Насколько он будет классным, вам решать. Пишите в комментариях, ставьте лайк или дизлайк для того, чтобы оценить этот звук. А мы стараемся для вас, ради вас. Слушаем, смотрим, любуемся. Дизельные, они тем и хороши, машины, то что они... О, пошла жара! Нормально так валят. На вот этом именно ренджике можно сделать звук. А еще прикольнее, если бы он убрал сажу. Но он бы как коптил бы, просто как паровоз, но зато он бы очень громко и сильно звучал. То есть такой выхлоп стоит 50 тысяч всего.